Итак, перед вами игрок мира, который пытается выиграть самую старейшую игру. Нет! Давай! Еще один ноль повезет. Итак, мячик все яростно хочет убежать с поля боя. Но Ира не дает ему пройти. Нет, дает. Решила ему уступить. Слушай, с ногтями это делать неудобно. Ну еще неудобнее. Не то, что ты на компьютере играешь. Кстати, на компьютере мы играли это в свое время, только когда интернета не было. Да блин! Ух ты, слушай, больше трех. Давай. Так. Давайте. Видите, сначала кажется, что легко. Потом по факту, что. Ничего не выиграли, да? А можно было что-то выиграть?